Одна из самых поздно созревающих культур – кукуруза. В этом году ее вырастили на 9000 гектаров. В хозяйствах Чебоксарского района все чаще делают ставку на эту незаслуженно забытую с советских времен культуру. Звание царицы полей кукурузы получила еще во времена генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Руководитель страны 50-х годов прошлого столетия настоятельно рекомендовал сеять ее всем. За ее возвращение в хозяйстве имени Ленина взялись ровно 5 лет назад. В этом году кукурузу посеяли на площади 107 гектаров. Урожай выдался знатный. Стебли достигают кабины комбайна. При соблюдении агротехнических требований эта культура действительно способна одарить земледельцев по-царски. Початки вместе с зеленью превращают в исключительно питательную и полезную кашу. Ну, кукуруза, она крахмальная культура. У нас крахмала, например, меньше других культур, чем в кукурузе. Из-за этого выбираем кукурузу. Когда начнем кормить коров кукурузой, силосом, у нас удой увеличивается, сразу разница. Самая высокоэнергетичная культура требует много влаги, солнца, тепла. И специалисты считали, что кукуруза не для нашего климата. Но оказалось, при должном уходе она даже в неблагоприятных погодных условиях дает около 10 центнеров с гектара. Так что в хозяйстве имени Ленина не прогадали, когда решили сеять кукурузу. Теперь коровы на год обеспечены качественным кормом. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.